Всем приветики! Сегодня я для себя открыл в Xiaomi темы. Раньше я ими не пользовался, потому что для того, чтобы ими пользоваться, нужно было обязательно войти в аккаунт. А у меня аккаунта не было. А сегодня в уведомлениях мне пришло сообщение о том, вот здесь вот, что теперь вход не нужен. И я решил проверить. Зашел в темы и вот уже установил себе дополнительно 6 тем, скачал вернее. У меня было только первое, которое по умолчанию, и последнее классическое, все остальные я скачал. Вот это, к примеру, одна из них. Поменялся фон, такой красивенький стал, все значки в рамочках теперь таких прозрачных, значки стандартных приложений некоторых поменялись, экран блокировки изменился. Вот. Хотя нет, здесь стандартный. А есть те, которые изменяют свой экран блокировки. Это, например, вот это вот, например. Тема применена. Во-первых, здесь значки очень красивые такие. Ну, прикольные как бы. Здесь тоже рамочки есть, только уже такие непрозрачные. Такие вот как будто бы... Ну, не знаю, такая как бы окантовочка вокруг. Ну, красиво смотрится. На фоне там что-то, даже какая-то обоя, типа, плывет. Что-то, типа, такое непонятное. Только она прозрачная. И экран блокировки здесь уже другой. Ну, здесь, получается, такие часики красивые. Не такие цифровые, а ты, ну, как бы не электронные такие. А уже такие механические, но прикольно как бы. Потом вот календарь здесь есть, как бы будильник. Здесь даже есть свои настройки, ну как бы этой темы. Ну, экрана блокировки в теме. Ну то есть круто. Потом здесь вот такие вот темы. Есть это предпросмотр, как бы темы. Черная вообще полностью, вот если ее поставить. Тема применена. Вот такого все стало. Ну, как бы, ну, прикольно. Довольно-таки прикольно. Экран стандартный. Потом, так, это я в настройке, не туда. Еще такая мне понравилась тема. Такая, ну, как бы, красивенькая. Тема применена такая, вот, как бы. А здесь уже, получается, значки изменились, видно, тема, галерея изменилась. Папки, вроде, по-моему, немножко по-другому выглядят. Ну и сама по себе такая красивенькая. Потом экран блокировки здесь тоже другой. Вот такой вот немножко. Правда, здесь уведомления не очень получается, но сама тема красивая. Вот так, что... Я для себя открыл большой мир тем в Xiaomi. Оказывается, можно свой телефон круто изменить. Ну, вид телефона круто изменить. Здесь полно всяких тем. Просто, ну, как бы, регистрироваться мне не хотелось из-за каких-то одних тем, регать аккаунт. А сейчас, когда можно без регистрации, вот, вход не выполнен. Ну, это вообще круто, я как бы доволен. Оказывается... Можно, ну, как бы, ну, прикольно, когда у тебя и значки меняются, и экраны блокировки меняются. Такая вот интересная штука. Вот. Как-то так, на этом все. Это я решил поделиться своими впечатлениями о темах, то, что, ну, немножко радости, как бы, за свое открытие такое интересное. Это приятно, как бы, то, что есть темы в других... Андроидах такого нет. У тебя есть стандартный лаунчер. Если ты хочешь его изменить, ты, ну, изменить значки, там ты просто ставишь другие лаунчер. Здесь тоже можно скачать лаунчер. А тут ты, получается, не ставишь никаких лаунчеров, ничего, у тебя все стандартно. Ты просто ставишь тему, и у тебя меняются, получается, обои, значки стандартных приложений, потому что скачанных приложений, понятно, не изменится, там уже есть значок. И экран блокировки меняется, все. И еще может какие-то там, не знаю, менюшки там измениться. И это круто, как бы.
То есть ты не качаешь какие-то там лаунчеры, все такое. Ты просто именно стиль оформления качаешь. Это, ну, как бы круто. Вот. На этом все. Всем покедова.